Большой дождь идет, спереди спортсмен. Ну ты красавчик, молодец. Дождь продолжает интенсивно идти, но там уже тучка заканчивается, в принципе. Будем надеяться на хорошую погоду. И село Вергуны нас встретит солнышком. Загадываем желание. До Рамадана подъезжаем. Дождь закончился почти. Нам дальше Орехівка надо. Такая автобусная остановка. Я не знаю где, но, наверное, это Клипачи, село Клипачи. Черешни уже во дворах цветут. То есть уже. Так, вероятно, это уже мы приехали в Вергуны, село Вергуны. Начало села, вот такое село. Там вот видно какие-то административные здания, типа клуб, вероятно, все, ну, вероятно, магазин. Так, дальше знак. Так, село Вергуны. Все точно. Знак показує на Вергуни. Так, от ми бачимо дуже красиві розмалювання. І бачимо художника, який це все витворяє. Зараз ближче під'їдемо. Познайомимося з майстром, який все це виготовляє. Такі красиві малюнки. Це ви от це розмальовуєте, да? Оце. Це ваші роботи, так? Да? А як вас тоді звати, щоб всі знали тоді? Владислав. Владислав. Оцей майстер розмальовує, от такі витвори витворяє. І це там, я бачив раніше, там ще є остановка. Це теж може ваша робота. А там далі, далі, я не знаю, як село називається там. І Іващенки, мабуть. Ага, о, ну це вже ми сфотографували, так що тепер будемо знати, хто це такі вироби робить. А ось і довгожданні Вергуни. А то ми в Клипачі заїхали і вже думали, що це Вергуни, ну оказалося, що ще не Вергуни, а це Вергуни.
Це ферма. Така. До храму. Ось цей храм. Ну так, да, це більше всього, що це фасад. Центральний мій вход. Центральний вход. Зараз ми об'їдемо його. Заходимо в храм. О, тут таке ехо. Раз, 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 раз. Да, ехо.
Что там такое? Непонятно. Ну-ка, ну-ка, зайдем. Так. Опа. Понятно. Совершенно. Зачем так? А, здесь винтовая лестница была. Вот, винтовая лестница. И получается, ее уже демонтировали, чтобы подняться туда наверх. Вот это была лестница. Но она демонтирована, винтовая такая. Все понятно теперь. И здесь, на этой стороне тоже, должна была винтовая лестница быть, но демонтирована уже, металлическая. Эти ласточки и стрижи, он по кругу летает прям. По кругу летает. Интересно. Нравится им там. По кругу, по кругу. Здесь есть некоторые места такие непонятные. Вот, допустим, вот это место. Что это такое? Все такой тупик. И все. Здесь ничего нету. Кладка вот эта. Еще аутентичная. Вот кирпич. Несовременный. Аутентичная кладка. Такое непонятно. Ну, может, какой-то там инструмент хранился. Церковный, для обрядов там и так далее. Здесь вот эта роспись еще сохранилась с тех времен. Чем они здесь ее рисовали? Что за краска? Непонятная. Не специалист. Что за краски? Ну, сохранились.
попробуем влететь сюда, в эти, и подняться до купола туда вверх. Опять дождь начинается, но все равно мы попробуем снять здесь все, что сможем. Дождь идет, но там табличка есть. Дождь, но до таблички сейчас дойдем. Крапива. Ну, сейчас еще крапива. Так, раз. Опа. Раз. Так. Ну, вот так вот где-то. И там есть табличка. Сейчас тоже подойдем до нее. Там есть табличка. Снять, но по непонятным причинам дрон с этого места не смог взлететь. Не смог.
ліки святих там. Вблизі з дроном сфотографувати. Ну що ж, не взлітають дрон. Тобто, якщо взяти дрон зверху, то там попробувати їх залітити через окна вот эти, то ще не видно. Ветер сильний. Сильний ветер був, і дрон навіть відказався. Thank you.